Здравствуйте, подписчики! Здравствуйте, зрители! С вами я, Кирилл, мой канал Кирилл Ржевский, а спонсором данного видео является мой друг Пашендий. Для начала я хочу всех вас поздравить с майскими праздниками, пожелать вам здоровья, счастья, успехов в личной жизни. И по многочисленным просьбам Пашендия, пацанячка, я записываю данное видео про мини-игры, связанные с серией Undertale. Если вы когда-то играли в Undertale, то вы эти мини-игры узнаете, поскольку они встречаются в самой игре и являются очень важным звеном. Ну что же, давайте, собственно, приступим к этим мини-играм. Сейчас у меня открыта моя переписка с Пашендием, моим другом. Он, кстати, был в сети 48 минут назад. Он мне предложил вот эти вот три мини-игры, которые вы сейчас видите на экране. Ну что же, давайте приступим. Запускаем первую мини-игру. Да, кстати, чуть не забыл. Это видео я отнесу в рубрику «Рандомные игры». Вот, мы видим, у нас запускается окошко, появляется игра. Ссылка на все эти три мини-игры будет в описании под этим видео. Переходите, играйте, наслаждайтесь. Итак, для того, чтобы начать игру, мы должны нажать на клавиатуре либо Z, либо C. Тут нету загрузки игры, новой игры, поскольку эта игра очень быстрая. Итак, нажимаем Z. Вот, у нас идет прицел, куда мы будем кидать чувачка. Я не знаю, как зовут этого чувачка, которого мы будем метать, и как зовут самого метателя, потому что я проходил серию Undertale всего лишь один раз и не помню всего сюжета. Да и то, на самую обычную концовку. Итак, давайте начнем. Вот у нас, как мы видим, прицелик такой есть. Вот, он постоянно движется то вверх, то вниз. Мы должны поймать наилучший ракурс и с этого ракурса уже пулять чувачка. Итак, давайте ловить. Удерживаем Z и можем нажать еще раз на Z, чтобы пульнуть. Так. Пуляем. Вот. Мы видим. На земле находится персонажи, которые нам помогают пролетать еще дальше. И все они нам помогают, кроме одного персонажа, называемого Крисом, в которого я сейчас только что приземлился, как вы видите. И когда вы в него приземляетесь, игра заканчивается. Наверху, справа, как вы видите, находится счетчик. Счетчик метров, сколько мы пролетели. Я, по-моему, максимально набирал 500 метров, а мой друг Пашенди набирал, по-моему, 1000 метров. Ну, то есть 1 километр. Вот. Попробуем попытать счастье и опередить рекорд. Мы не можем влиять на игру, когда уже чувачок летит. Мы только можем его запульнуть. Все, сразу проиграл. 33 метра, как мы видим. Да, ребята, сразу извиняюсь за то, что я так плохо комментирую, потому что я давно уже не снимал видео, и опыт комментариев и опыт комментирования у меня ушел. Так, еще раз начнем новую игру. Попробуем побить рекорд. Так. Давай. Только не Крис. Давай, 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 лети, ну! 325 метров. Так, я сделаю немного потише, потому что может быть не слышно. Так, давайте снова начнем. Так, 300 с чем-то метров. Какой Крис? Не знаю.
Отлично. Отлично в кавычках. Ладно. Попробуем еще раз. Так, короче, ребята, чтобы не затягивать данное видео, у меня будет всего 10 попыток. 10 попыток. За эти 10 попыток я должен пульнуть чувачка. Вот. И, собственно, побить свой рекорд. Я даже не пытаюсь побить рекорд по шенде, я пытаюсь побить лично свой рекорд 500 метров. Давайте. Давайте. Ставьте. Держите за меня кулачки для того, чтобы я побил свой рекорд 500 метров. Итак, начнем. Первая попытка. Номер 2. Попытка номер 3. Да, прям так сразу. Попытка номер 4. Да вы издеваетесь, почему с каждой попыткой все сложнее и сложнее нормально пролететь? Так, попытка номер 5. Моя попытка номер 5, если вы такую песню знаете. Я тоже ускоряю свою голову. Движение чувачка. Да... Ладно, 6-я попытка. Обычно меня так пинает мой батя, когда я двойку учу. Так он меня и пинает во всей комнате, да. Это вот так. Да ё-моё. Ладно. 7-я попытка. Блин, чтобы вам было видно. Вот так. Ну и что это было? Так. Так, раз. 8-я попытка. Четко. Девятая попытка. Четко, прям со... Да откуда он там взялся ты? Давай, последняя попытка, десятая. Иди! Молодец. Ладно, все, мой рекорд был в этой игре 300 с чем-то метров. Так, все, давайте проходить следующую мини-игру. И следующая мини-игра у нас связана с Undyne. Это злодей, точнее злодейка, рыцарь, рыцарь женского пола. Endless Suns. Created. Created, кстати, Тоби Фокс, если вы не знаете. Да, кстати, все эти мини-игры, как я уже сказал ранее, встречаются в самой Undertale. Но кроме вот этой вот первой мини-игры, кроме первой, вот две встречаются, вот которые сейчас будут, а самая первая, которая вот только что я играл, ее не было в Undertale. Но, возможно, она была в Deltarune. Я в Deltarune не играл, но, возможно, она там была. Поэтому, если ее там не было, то вы меня не ругаете. Я не знаю, я просто предполагаю. Так, ну что же, игра связана с Undyne. Тоже нажимаем Z. И начинаем играть. Так, итак. Ты хочешь что-то там со мной сделать? Она насмеивается над нами, насмеивается. Да. Ну, ты лучше дай... Все, мне, я не знаю. Итак, вот тут у нас выбирается уровень, а точнее сложность этой мини-игры. Первая это самая легкая, вторая это сложная, и третья это ультрасложная.
Сразу говорю, что на вторую и третью играть бессмысленно. Я там сразу сливаюсь, я уже пытался. Поэтому мы будем играть на первую. И да, кстати, у меня был рекорд 36, по-моему, секунд, если я не ошибаюсь. Вот. Поэтому давайте попробуем его побить. Я тоже сомневаюсь, что у нас это получится, но пытка не пытка. Давайте попробуем. Нажимаем Z. И вот, Undyne нас хуяет стрелами. Мы должны их отражать с помощью вот этого вот оружия, которым мы служим. Она с каждым разом все быстрее и быстрее меняет стрелы со всех сторон. Вот. Поэтому нужно проявлять выносливость, смекалку и уберегаться от всех стрел. Иначе мы быстро умрем, и времени у нас отбавится очень мало. Вот, давайте еще раз попробуем. Опять же, я засекаю 10 попыток, и давайте пробовать. Ну что же, первая попытка пошла. Идет такая музыка. Эта музыка была в Undertale. Если вы играли, вы знаете. Со всех сторон есть, нужно иметь офигенную сторону, офигенную, так сказать, стрелку. Ну что ж такое? Отстань. Ладно. Попытка номер два. Я тебе сделаю, наблюдай, понятно. Будешь мочить себе раны. Секунд. Так, попытка номер три, да? По-моему, если не ошибаюсь. Да, попытка номер три. Сейчас она нам задаст. Опс, 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 напросил. Тридцать девять секунд. Рекорд опережен. И это только за три попытки. Ну что же, в этой игре мне несказанно повезло, в отличие от предыдущей мини-игры. Ну что же, давайте продолжать. У нас четвертая попытка. Может быть, я побью свой рекорд, хотя вряд ли. Ну и потом, под конец, я покажу вам средний уровень сложности и ультрасложный уровень сложности. Секунды! Это же вообще, я сейчас еще раз свой рекорд опередил. А это, между прочим, только пятая попытка будет сейчас. Я знаю, ты можешь лучше. Ну да, лучше. Я куда уже лучше-то? Андань, пощади меня. Понятно, 41 секунда, рекорд не опережен, шестая попытка. Ты ну в жопу, все, я устал играть. Давайте я покажу вам быстро,
сложную и ультрасложную трудность. Вот, смотрите, все сейчас будет. Сейчас будет жесть. 30 секунд. Давайте я покажу вам. Давайте сольемся. Я покажу вам самую имбовую сложность. Вот эту. Это жесть. Это 99-й левел. Это 10-й левел. 1-й, 10-й, 99-й. Это просто жесть. Я даже 5 секунд не продержусь. Ладно, 5 секунд не продержусь. Даже 10 секунд продержаться. Ну что же, неплохо, но вы сами видите, какая это имбовая сложность, и проходить ее просто... Ну, если вы играли Undertale и проходили игру на все концовки, и на плохие, и на хорошие, то вы можете попробовать. Но если вы никогда не играли, не знакомы с серией Undertale, то лучше даже не пытайтесь. Ну что же, давайте запускать следующую игру. А пока мы ее не запустили, я немножко перекушу своими... Орешками. Орешками с солью. Они, кстати, довольно-таки вкусные. Ну что же, давайте запускать следующую, третью мини-игру. Вот. Вот она у нас. Эта мини-игра связана с персонажем из серии Undertale, Сансом, таким скелетом, которого вы встречаете в зимней локации. Вот. Я слышал, что ты хотел плохо провести время. Тут, кстати, на русском языке переведено. Вот. Нет, я хотел хорошо провести время. У тебя неправильная информация. Не из надежных источников. Ну, вы пришли в нужное место. Так, вот тоже сложность. Кстати, вот тоже легкая, средняя и самая тяжелая. Я хочу хорошо провести время. Я хочу плохо провести время. Ой, извиняюсь. Я хочу иметь действительно плохое. Что-то там. Ну, давайте. Первый уровень сложности. И опять же, как и во второй мини-игре, тоже бессмысленно выбирать второй или третий уровень сложности. Там просто имбово все очень сложно. Поэтому лучше играть на первом. Выбираем. И нужно двигать вот это вот сердечко и перепрыгивать через препятствия, которые на нас будет насылать Сансом. Жесть. Когда синие появляются, нужно останавливаться. Спорки! Все, убил он нас. Так, давайте 5 попыток. Сколько мы продержались? 16 секунд. Сколько? 18 секунд мы продержались. Ок. Ох, как жаль. Удачи в следующий раз. Так, первая попытка у нас прошла. Давайте уже вторую начинать. Давай, поехали. Ты зачем не двигался? Когда синяя появляется, подходит, лучше не двигаться. Хард был. Ладно, угу. Так, у нас вторая попытка окончена. Давайте третью попытку. Пипец. Все. 11 секунд. Давайте, четвертая попытка. Такая музон прикольная, кстати. Прикольная такая, музяка идет. Сзади, потусить под ней. Трудно одновременно тусить и еще играть. Ай, отстань. Самое смешное.
кошки. Двадцать три секунды. Ну, неплохо. Еще давайте пятую попыточку. Так. Пожелайте мне удачи. Сан, с твоим братцем вот что-то прикалывается. Ладно, мой рекорд был 20 там с чем-то, 23 секунды. Ну что же, это были офигенные мини-игры. Давайте, кстати, я забыл вам показать сложную трудность. Это средняя, но она уже априори является сложной. Смотрите. Все, я уже проиграл. То есть у меня дается только 1 хп. То есть до этого у меня было 4 хп, а теперь у меня только 1 хп. У меня теперь только 1 хп. А это вообще... Пипец. Все, я сразу проиграл. Даже не успел 1 секунду продержаться. 0,7 продержался только. Вообще пипец. В общем, мини-игры довольно-таки веселые, развлекательные. Если вы хотите отдохнуть, провести время, поднапрячь свои нервы и, ну, как бы свою маневренность, то заходите. Ссылка будет внизу в описании под видео. Просто в своем браузере переходите по ссылке, и у вас открывается окошко с этими мини-играми. Я не помню, на других браузерах, помимо Яндекс.Браузера, работает, но по идее должно. В любом случае, если что, пишите в комментариях, как у вас работают игры, смогли ли вы там, допустим, на Mozilla, там, Firefox, там, или на Opera, там, запустить. То есть, все ли у вас получилось в плане открытия этих мини-игр. Ну что же, я выхожу. Пока, Санс. Передавай привет своему братцу. Так, вот они. Такие вот у нас сегодня с вами мини-игры были. Довольно-таки они интересные, мне понравились. Понравились также моему другу. Вот. Ну а что же, я хочу с вами попрощаться. Вот такое получилось у нас интересное видео. Еще раз вас всех с майскими праздниками. Удачи вам, ребята, здоровья. А с вами был я, Кирилл. Мой канал Кирилл Ржевский. Всем удачи, всем пока. Пока. Увидимся в моих следующих видеороликах, друзья.